привет, дорогие зрители. Я приехал в район Сарай. Нашел тут 4-комнатную квартиру на цокольном этаже со своим садом. Зданию где-то 20 лет. В квартире 95 квадратных метров. Рядом с этой квартирой расположен вот парк позади меня, который вы видите. Расстояние до моря 850 метров. 5-6, максимум 7 минут пешей ходьбы. Вот я быстренько пройдусь по территории этого проекта. Вот такой тут парк. Вот наше здание. Значит, здесь квартира 3+1 с таким выходом, собственно. Оп. Вот такой. Вот это собственный сад до тех кафель. Есть деревья. Она сама хозяйка посадила их. Вот. Да. Тамам. С правой стороны от этой квартиры такой участок, который принадлежит этой квартире. Скажу одно, что эта квартира, можно пользоваться ею и как офисом. Тут в ТАПУ в документе указано и квартира, и как офис. Но это все принадлежит хозяйке этой квартиры. Бюджетный вариант 3+1. Пройдемся мы в квартиру. Вот это наша хозяйка. Сейчас я быстренько сниму обувь. Значит, здесь невысокие потолки. Эта часть где-то 260 сантиметров. Вот такая обставленная квартира. Это гостиная комната. Да, здесь вот у нас вход. Здесь для обуви есть шкаф. Установлен новый кондиционер Vestal Inverter A++. Вот такое окошко. И вот такая гостиная комната тут. Пройдемся в кухонную часть этой квартиры. Вот эта кухня. Бытовая техника. Значит, здесь установлена Hotpoint посудомойка, Kumtel духовка, Kumtel плита и вытяжка. Большой холодильник фирмы Weka. С правой стороны у нас спальня, ну, дополнительная комната или как гостевая в таком дизайне. Двери она заказала новые, сюда сделать новые двери. Значит, здесь у нас шкаф встроенный. Вот. Evet, sıkıntı yok, tamam. Yukarı kadar görünsün. Evdeyim, yok şeyine bakıyorum da. Вот такая вот. Шкаф для специй. Tamam. Вот это дополнительная комната. Она сделала как гардеробная комната. Такой турецкий дом. Здесь также санузел. Вот такой санузел. Высота потолка где-то 1,70 м. Вот такая. Вот у нас душевая комната маленькая, санузел маленький. Вот это у нас спальня. Спальня. Также установлен ламинат. Дверь не установлена, так как она заказала новые двери. Столешница у нас гранитовая. Вот. Давайте сейчас я спрошу хозяйки цену.
Hanımefendi, bir şey sormak isterdim. Сейчас я спрошу хозяйки цену квартиры. Дарья, фиаты эшьялы оларак. Фиат не кадар олга? 47 500 евро. Квартира продается обставленная за 47 500 евро. Если вам понравился такой вариант бюджетный, 3 плюс 1 за такую цену, 95 квадратных метров тут. Обставленная, со своим садом. Также видели вы, что есть место поставить ненужные вещи. Снаружи у нас открытая парковка. В ТАПУ указано, как можно пользоваться как офисом, а также как квартирой. Значит, здесь также есть теплая вода, постоянно идет. Видели комбо-систему. Расстояние до моря 850 метров максимум. 6-7 минут пешей ходьбы. Рядом расположены всякие магазины, больницы, несколько больниц тут рядом, аптеки. Ну, одним словом, одна из центральных частей. Если вам понравился ролик, поставьте лайки, делитесь информацией, подписывайтесь и комментируйте ролик. Всем пока-пока из солнечной Алании. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down.